Ребят, всем привет! У нас срочный сбор на корм. Поставщик позвонил, сказал, что его не будет несколько месяцев точно, а когда появится, он неизвестно. Поэтому мы подстраховались и заказали корм на 27 тысяч. Нам в ближайшие дни уже придет корм, но нам его не отдадут без оплаты. То есть тянуть, тоже ждать, пока мы расплатимся за корм, никто не будет, он тогда уйдет в другие руки. Поэтому у нас срочный сбор на корм для кошачьих. Деньги, которые были на карте, мы сегодня купили наполнитель, влажный корм для Киры, нашей спинальницы. Две упаковки. Денег на карте осталось 1700. В ближайшие несколько дней нам нужно расплатиться за корм. А это 27 тысяч, это, ну, неподъемная сумма. Так, ну это сегодня. Сегодня у нас какой? 8 августа. То есть да. Ролик выйдет сегодня. А да, где-то какого? 10-11 корм придет? 10-11 нам нужно забрать. И опять же забрать по 100% оплате. То есть в долг нам не дадут? Нет. Ну, то есть сейчас многие закупаются, потому что все боятся. И все, кто берет корм, боятся оставить животных без корма, поэтому мы тоже подстраховались, но нам необходимо его в срочном порядке выкупить. Посмотрите в мои глаза, попытайтесь меня понять. Я обычный дворовый пес, просто вынужден выживать. Жарким летом и в холода запах улицы стал родным. Здесь кормушка, мусорный бак, ведь хозяйке я стал чужим. Посмотрите в мои глаза, я мечтаю дарить доброту. Вам урлыкать и руки лизать, много надо для счастья коту. А на улице боль и подвал, и по ребрам пинки сапогом. Люди, я же вам так доверял, но растаяла вера, как сон. Новые руки, новые люди, мы доброту никогда не забудем. Нас предавали, мы выживали, чтобы счастливыми стать. Вера, забота, все, что нам нужно, мы же доверие ваше заслужим. Наши глаза лишь сейчас посмотрите и попытайтесь понять. Посмотрите же в наши глаза, мы немного в жизни хотим. Каплю ласки и миску еды, мы ж любовью вам все возвратим. Мы беречь будем сердцем своим ваш покой и семейный уют. Заберите скорей нас домой, или ангелы нас заберут.